Наша мышка! Его мышка! Свидетель пустовод у вас уже есть! С размерчиком угадали, а? Спасибо. Друзья, ну, в общем-то, вот и подошел финал нашего небольшого проекта. Я еще раз хочу повторить, что я верю, надеюсь, и все здесь присутствующие, что это только начало. Это маленькая ступенька на огромной лестнице, которая ведет в небо. И я считаю, что небо над нашей страной должно быть так же доступно, как это небо доступно во всем мире. А если посмотреть на зарубежные страны, Великобритания, Англия, США, это там люди создают авиационные школы для людей с особыми потребностями, для людей с ограниченными возможностями.